Всем привет, меня зовут Паша, я джампер. Мне всегда нравилась высота, всегда нравились какие-то сумасшедшие трюки. И понял, что джамперы — это как раз то, где я могу применить себя. Это приспособление для того, чтобы выше прыгать, и оно позволяет разгонять скорость до 50 км в час. То есть с помощью вот этих приспособлений можно разгонять скорость, которую разгоняет автомобиль. Вот, оно состоит из рессоры, нижней опоры, верхней опоры и для ступни разъема. Просовываем ножку. Хорошо упираем здесь пятку. Два ремня, как на роликах, как на сноуборде. И сверху ремень тоже затягиваем. Как можно плотнее закрепляем. Должен джампер стать единым целым с ногой. Экипировка на них занимает до 2 минут. И мы уже готовы вставать и прыгать. Джамперы — это такой больше музыкальный вид спорта. Здесь нужно ловить такт, такт движения. Вот когда вы поймаете такт и будете постоянно передвигаться в ритм, тогда вообще проблем никаких не возникнет. Я принимаю участие в анимационной программе «Фельдман Экопарка» и более этого занимаюсь прыжками на джамперах как для самых маленьких, так и для самых взрослых людей. Обучаю их на этом прыгать, держать равновесие и делать разнообразные трюки. Больше 10 минут, чтобы научиться на джамперах, не занимает времени. Кажется, это очень высоко, ну, просто невероятно. Это весело и, ну, восхитительно. Понравилось? Ну, высота. Высоко прыгать понравилось. Равновесие держать. Да, равновесие надо держать. Ну, а в ногах тут напряжение. Круто. Ну вот, как вы видите, это совершенно не трудно. Я желаю вам всем заниматься спортом, бегать по утрам. Можно не обязательно на джамперах, но с удовольствием, чтобы вам спорт приносил всегда радость и счастье.